чего-то интересного. Я покупал, потому что на самом деле это работает. Кто способен ждать, вы можете это делать. Что-то, наверное, это дает. Ладно. И мне нужно больше ключиков, еще больше ключиков. Хо-хо-хо. Тем более их купят. Блин, как? Нифига не получил. Звезда, ё-моё. Аукселки они покупают. Ребята, у меня банда. Да, было кое-что. Щебень. И давайте мы его поместим в сито для добычи ключей и чего-то интересного. Так, у нас, в общем, переделывается постепенно щебень. Окей. Было бы прикольно, если еще была бы анимация какая-нибудь. Но ее нет. Ну и ладно, в принципе. А что я сделал? У меня было 30 с чем-то тысяч. Я покупал плоти. Немножко 24 штуки загрузил сюда дополнительно. Вот у меня сколько сейчас здесь еды. Вот такое количество у них опыта, к сожалению, не прокачаны. И, в общем, я понапокупал, уже выставил, забил полностью аукцион плотью. Я понапокупал ее по дешевке, по 1400, по 1900, по 2200. Преимущественно, конечно, по 2000, по 1900. Сейчас будем ждать, пока что по дешевке там их скупят. Да, вот этот нижний прайс, дойду до 2900, и мое начнут скупать. Потому что на самом деле это работает. Это работает не сразу, то есть нужно подождать по-любому какое-то время, но когда ребята, которым это нужно, дойдут до моих лотов, они их купят, и я получу с этого доход. Поэтому это, в принципе, выгодно на плоти делать. Это можно делать на любых практически товарах, и оно сработает. Единственное, что нужно будет ждать. Поэтому кто способен ждать, вы можете это делать. Вы можете спокойно скупать по дешевке, продавать дороже. Но на самом деле я продаю по среднему такому прайсу. То есть 2990 это, ну, это всегда покупают. Не было такого, что когда-то кто-то не покупал этого. То есть бустеры, ура. Благодарим за бустеры, да, напишем это в чате. Не знаю зачем, но что-то, наверное, это дает. Ладно. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Swords in my hands, got swords in my gunners. You'll be notorious, we ain't on runners. Swords in my hands, got swords in my gunners. These warriors, they ain't got gunners. Swords in my hands, got swords in my gunners. Итак, рабочие заработали 32 щебня, нам наработали, давайте отправим их в сито и посмотрим, как сито переделает этот щебень мне в ключики. Мне нужно больше ключиков, еще больше ключиков, хо-хо-хо, потому что ключики хорошо продавать за 400 монет и более, их за такую стоимость покупают. Видите, в чате написано 460 монет, их купят, их просто заберут. Поэтому можно за 490 в каких-то случаях продавать спокойно. И у меня всего лишь один ключ. Блин, как? Два, ну хотя бы два. Ну все, мало, блин, полстака щебня засунул. Нифига не получил. Белая стоп-санкция ненужная мне вообще. Нафиг. Звезда, ё-моё. Я такой себе, такой. Ну ладно, мы чекнем аукцион и посмотрим, сколько сейчас там ключики продают. Я видел в чате 460, 390, ну не парься, ребята, вы раскупите, все будет окей, ведь я за 500, час всего лишь лежит. Ага, вот это уже долг за 550, то есть за 500, в принципе, возможно. Ну за 490 продадим, ее купим, до 480 даже, да. Ауксел 480 и его купит этот ключик, потому что все-таки это так работает. Людям нужны ключики, они покупают эти ключики. И что мне надо сделать? Надо, в принципе, посмотреть звезды, на что мне нужны, да, и белая субстанция. Ну, это зельки можно получить. Взяли варн. Давайте посмотрим. Во-первых, ну, пойдем, короче, на спаун. Подадим еще пыль, потому что за нее мы получим денежку. Давайте посмотрим. 27 пыли. Сколько я получу? Бам! 54 монеты, то есть в два раза больше денег, чем количество самой пыли. Окей, надо посмотреть у Зеливара, что вообще покупается, да, за это добро. Так, чего? Одна звезда за 10 цел... Нифига себе. Прыгучая скорость и восстановление. Ну, короче, фигня всякая покупается. Восстановление для... Ну, для ПВП, короче, ерунда. Мне не нужно ПВП, мне нет алмазки, а значит нет ПВП никакого. Все, потому что это вот не алмазники. Нет никакого ПВП в кожанке вообще. И меня спрашивали в комментариях, откуда у тебя ночное зрение? А вот отсюда.
Я уже показывал это когда-то, возможно. Скорее всего, я показывал. И в комментарии то же самое написал. Поэтому, ну и сейчас я объяснил дополнительно здесь. Так, волшебная пыль стоит 1 звезду. Повышает шанс зачарования книги на 10. Вау. Возьмите обнулитель и перенесите на предмет. Да, ну, судя по всему, он обнуляет зачарование. А, что там? Ой-ой-ой, древний ключ дорого стоит, собака такая. Звезда, вот, что там звезда? Тыква, слеза, газ, там мокрая губка. Вау, понятно. 20 звезд нужно? Огненный меч. Алмазный меч для этого еще нужен. Знаете, как хитро, а? Хитро. Печалька, печалька. Ну ладно. А деревянный меч вот столько стоит, как бы. Ну и он у меня есть. Да, и торговец. Можно купить пару яблочек для наших работников в камере. Ну, в принципе, сразу отдать можно работникам. А, еда. Сюда яблочки закладываем. Бам. Все, в принципе, нам нужна плоть. Всем привет, ребят, с вами Рома. Сегодня будем опять играть на Vine World. Поехали. Итак, видим, ребят, что у меня на счету. Баланс 6500. А как я это вообще дело заработал? Ну, вообще, есть такая тактика, что продавать... Ладно, ладно, ладно. Посмотрим, что у нас там в ситом. Ой-ой-ой, звезда выпала. Какой класс. Офигеть. Вау. Вау, вау, вау. И ключики выпали. Это прекрасно. Это прекрасно. Ключики мы тоже можем продать. Посмотрим на аукционе цену ключиков. Так. 450. Такой себе, такой. Недорого, конечно, недорого. Ладно, заберем наш лот. Наши... Давайте как минимум один лот заберем и продадим ключик. Аук, сел, 449. Это, в принципе, нормальная цена вполне. То есть можно за 500 продавать, можно за 600, но это надо ждать, опять же, да? Многие не любят ждать, но я ключики продам под такой цене, потому что мне их открывать совершенно не нужно. Зачем? А вот ребятам нужно, видимо, они покупают. В общем, ключик по-любому купит, а потом я выставлю еще плоть, еще ключик выставлю. И все будет окей, все будет окей. Так, ладно, все, остается, ребят, только ждать получения дохода и может в это время копать. До следующего левела мне нужно блоков так прилично. Нужно 115 тысяч выкопанных блоков. То есть это реально много копать, это правда много копать. И поэтому это нужно сделать с бустером каким-то, например, как сейчас, бустер блоков. И, может быть, я все-таки сейчас отправлюсь на копание. Ну, а перед этим лучше, конечно, выложить эти ценные вещи. Не хотелось бы их проиграть, давайте на спаун. Хотя нет, давайте сразу на нейтральную базу переместимся. Нейтральную зону. И в ней мы уже будем копать нашу землю. Блин, я иду не захватил, это печально. Ладно, продадим. А, пыль мы продали, и у нас получилось 42 монеты. Окей, теперь... А, даже с бустером в 2 раза больше. Еее, получилось 84 монеты. А, и теперь можно копать земельку. Капец. Я выбил еще один ключ. Пока что копался в шахте. 80 тысяч я выбил блоков за все время, то есть... Не особо быстро это делается, там все-таки полно гравия и полно конкурентов, которые тоже там копаются, но процесс идет, поэтому, ребят, если вы хотите больше серий, то ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, а мы переделаем еще 16 щебня, давайте это сделаем. Ну вот такие вещи нам выпали, в принципе, чем больше вы туда закладываете добра всякого, тем больше шансов, что вам что-то крутое выпадет, как я уже понял, как и многие уже поняли по опыту, поэтому закладывайте в сито больше щебня, и все будет тогда прикольно и классно, да. Еда, да, вроде у них есть пока что, или не особо есть, можно докидывать, но не нужно, потому что, ну, так хрен знает, можно, конечно, попробовать стак закинуть, по фану, чисто по фану, но стоит ли это того? Давайте подождем, пока что там КД пройдет. Все-таки КД хочется, чтобы прошло. Так, закинем, бам. Теперь там 76 штук. Ну, в общем, посмотрим, насколько мы сможем ли выйти вообще в плюс. Вот, ладно. Спасибо за просмотр, ребят, за комментарии ваши, за активность. Если кто еще не подписался, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новых видео. Всем удачи, пока-пока.